Re! Viss ēters ir te! Смотры для участия в 12-м празднике песни и танца школьников начались. Первыми отбор пройдут вокально-инструментальные ансамбли. Через 2 недели к этому марафону присоединятся коллективы народных танцев, а затем хоровые коллективы. Из 55 тысяч претендентов жюри отберет 35-37 тысяч участников. На репетиции одного из коллективов побывала Галина Сладовник. Прозвенел звонок, закончились уроки и началась репетиция. Танцевальный коллектив «Лиго» готовится к отбору на праздник песни и танца школьников. Разучивают народный танец «Ветерок». «Ветерок» – любимый танец. Он очень классный, потому что мы танцуем с прутиком. Для Валса и Даниэлы предстоящий праздник может стать первым в их жизни. Признаются, немного страшно, но очень хотят участвовать. Мне кажется, что самое трудное – это улыбаться, смотреть вверх и тянуть носочек. Смотры коллективов народных танцев начнутся через 2 недели, 4 марта. Жюри будет оценивать, насколько хорошо участники исполняют репертуар концерта. Показать нужно будет 2 танца. Один на свой выбор, а второй как в лотерее. Какой выпадет? Смотр коллективов народных танцев – самый большой смотр, который мы всегда ждем с волнением. Он продлится до середины апреля. Участвуют более 1000 танцевальных коллективов изо всех краев Латвии. Участники – школьники, начиная с 1-2 классов и до 10-12 классов. Когда закончатся все смотры, в том числе и хоров, а это произойдет 30 апреля, жюри подведет итоги. Участники праздника песни и танца будут объявлены 12 мая. В большом концерте танцевальных коллективов на стадионе Даугава будут исполнены более 30 танцев. У каждой возрастной группы по 2-3 танца. С одной стороны, кажется, что мало, но весь концерт продлится 2 часа. Будет генеральная репетиция и 2 концерта. Мы ждем зрителей 10 и 11 июля на стадионе Даугава. Танцевать будут и на Кипсале, но не народные танцы, а современные. Там покажут представление «Аукстаг Парземи». Свое участие на отбор заявили 58 коллективов. Отберут 2000 танцоров. В представлении 7 блоков, очень различных по сценографии, по музыкальному материалу и хореографии. И в каждом блоке будут показаны актуальные на сегодняшний день стили танца. Это будут шоу-танцы, аттрактивные танцы на публику. Один из блоков – уличные танцы. Это стиль хаус, хип-хоп, брейк, поппинг и локинг. Музыкальный материал – современная музыка. Песни только на латышском языке. Ведем переговоры с известными в Латвии музыкантами. Всего в 12-м празднике песни и танца школьной молодежи примут участие от 35 до 37 тысяч школьников. В большом концерте народных танцев 16 800 участников, а в межапарке на большой эстраде около 12 тысяч участников. Праздник пройдет 6 по 12 июля. Галина Солодовник, Марис Юргенсон, Латвийское телевидение.